На бельгийской трассе Спа-Франкоршам состоялся пятый этап Еврокубка Формулы Рено. Пилот молодежной программы SMP Racing Александр Смоллер в первой пятничной гонке стартовал 17-м и к концу заезда прорвался на 9-е место. В субботу россиянин совершил прорыв, отыграв за первую половину гонки 15 позиций. Александр шел к финишу 6-м, однако на последнем круге столкнулся с машиной, которую развернуло перед ним. От удара автомобиль Смоллера дважды перевернулся, и гонку остановили красным флагом, классифицировав участников по предпоследнему кругу. Сам Александр не пострадал и даже сохранил 6-ю позицию. В общем зачете Смоллер накопил 126 баллов и занимает 4-е место. Сразу после этапа Формулы Рено на автодроме Спа началась суточная гонка, участие в которой приняла и команда SMP Racing в составе Михаила Алешина, испанца Мигеля Малины и итальянца Давиде Ригона. Экипаж на Ferrari 488 GT3 стартовал третьим и постепенно вышел на первое место. По прошествии первых 6 и 12 часов за лидирование экипажу начислили 24 балла. Утром воскресенья начался ливень, и гонку прервали красным флагом. Вскоре после рестарта один из круговых в повороте вытолкнул Михаила Алешина на поребрик. Ремонт подвески занял 20 минут. Лидер уехал на 6 кругов, и команда решила сойти с дистанции, чтобы поберечь двигатель для финальной гонки сезона. По итогам марафона экипаж SMP Racing набрал 73 очка и сохраняет лидерство.